что там было, нет? Незваные гости! Вы заплатите за то, что посмели вмешаться! Погодите, вы? Я помню вас! Это было в горах! Но вы? Что это? Где я? ХМ чи шо? Да, ХМ там 3 не падает. Ну, тут ХМ прикольный, тут еще шея классная, но всяких хилов. Тут надо на одном стаке меняться, да? Ага. Там не стак, там дебаф чисто. Он не стакается. Ну да, дебаф. Всегда играйте по чемпиону сначала, вот звездочку. Раньше расходитесь. Сейчас этих хоб двух мобов убьют, значит. Бесстыжие выскочки! Вы решили бросить вызов на лицо? Давай, Рос. Я сокрушу вас всех! Давай без. Вот источник зла, заполонившего Ульдуар. Он разрушил мое королевство, затмил разум моего брата и убил мою жену. Кота писал. Типа Скорпиона, только чуть похуже. Да. Она, их три, по-моему, там одна с Накса. Вторая отсюда. Софткап, чтобы носить. Типа прогнула, и у тебя хардкап. Ну, я думаю, эта сборка хорошая. Чё, Фрейю сейчас по тактике бьют, да? А чё это плечо, ну печеньку обменяли на плечо обыкновенное, она годится для посланника? Там 219, лучше 226. Угу. 25-ки токен. Ну как бы, блять, можно конечно годиться, это все с этого бонус дает. Но блять, по статам лучше с 25-ки. Потому что статы меньше, меньше ДПС, всего меньше.
Что там сильно ощутимый урон идет? Ну, дамажит, если в таком комплекте играть. Ну, конечно. Сейчас у тебя 37 кхп, там будет 27 или 26. Надо подождать. Ой-ой. Держу босса, бейте трэш сейчас. Держу босса и большой цветок. Сначала большого цветка, большой цветок, потом маленькие цветки. Бейте большой. Стоп, ауе. Теперь маленькие вот эти, которые справа. Метку ставь. Они не забираются. Только... Ну я буду метки ставить, давай. Сначала этот... А тут уже попадались. Дамбы РФОГи, фога пришествия. Да не надо было. Блин, это цветки-то добивайте по одному. Захилите рей. Блять. Под грибы вставайте, чтобы хилить. Вот дерево бейте. Блять, вы поднимете рейд по хп или что, я не понимаю. Цепуха у вас есть? Машулечка в корнях стоит, она не может хилить, она не под крипом. У кого там у третьего друида еще бэр есть? Да все. Какой бэр, нахер? Пиздец какой-то. Ну. Ты сагрит. Как ты так сагрит? В чем тут я вообще, блять? Почему вы падаете? Ну вы все готовы, может, были, а ты взял и спорил. В смысле готовы? Вы бегаете, бьете, хилите или что? Да, сначала новой жизни. Прости меня. У меня макрос не стоит на метку. Сейчас поставлю. Причем тут вентилятор?
поиграть. Так. Ждем, ждем. Все, все готовы, давай. Так, отключите звездопады. Вот, поставил метку, его бьем. Поставил метку, бьем. Фога мертвый. Почему? Вот этот дар. Смотрите дар. Давайте, вот метка. Отлично. Так, следующее вот это. Стоп-каст. Даю сакру. Потом эту. Захильте рейд. Сначала рейд захильте, не бейте метку. Захилили, разбивайте. Выйдите из лучей. Обнисите его этих стоит. В корнях. Вот метка. Под боссом. Каст. Сейчас дар растет где-то. Вон поставил метку. Корни-то слейте. Господи, вот там люди стоят в корнях миллион лет. Стоп каст. Добейте вот этих вот, два осталось. Можете сейчас звездопады дать. Во, сейчас вообще отличный момент. Чтобы весь этот трешак залить. Его надо одновременно слить. Так, дар появился, вот поставил метку. Стоп, каст. Это рекун. Так, под грибы. Все под грибы. Там есть кому хилить-то? Чего не хилите? Сыграйте по дереву. Все по дереву играют сейчас. Стоп-каст. Корни слейте вот. Пришествие. Играем, ждем, вот дар появился, слить его. Сейчас будут опять эти мелкие, по-моему. Стоп каст. Сейчас надо будет заливать точечно по одному. А нет, вот этих все вместе надо слить. Добивайте быстрее, а то они сейчас возрождаться будут. Все, отлично. Вот дар появился, смотрите, его сейчас надо будет скоро стопнуть каст, наверное. Я забрал. Стоп каст. Что там, БР есть у кого-то? Что такое 3? 3 секунды? Или что? Минута, неплохо. Так, давайте под грибы. Играемся в дерево. Только подождите, дайте я наберу на нем агро. Стоп каст. Дал сакру. Он меня сейчас пробивать будет. Играйте по дереву. Все по дереву. А, дар. Залейте дар, я поставил метку. А мы не стегим на маму. Все, играем дальше. Сейчас вернусь.
себе эти корни. Че, маны нет вообще? Да, холипалы, вы даже вообще в мелизоне всегда стоят, бьют боссы. С печатью у них все время есть мана. Разбейте корни, поставил метку. Дар. Так, стопкаст. Вот дар, вот. Сейчас зальете дар, а потом будете играть точечно по меткам. Вот поставил первую. Играйте по ней. Потом вот эту. Там еще корни вон. Слейте их. Давайте, поставил метку. Топкаст. Вот. Сейчас убью. А я сейчас сам убью его. Приготовьтесь захиливать. С пришествия разбейте корни. Дар появился, вот поставил метку. Забейте дар быстрее. Потом по кружку. Дар растет. Сейчас вырастет. Не успели залить, да. Отлично. Стопкаст. Тут появился это говно. Забирай босса. Фаворист. Я заберу, наверное. Умерел слишком много всякого говна. Стопкаст дал сакру. Убьем, значит, не в гер режим. Это жесть, конечно. Ты имеешь в виду сливать деревья и бегать? Да, да. Это же бред, блять. Ты прикалываешься? Ну видишь, мы можем у убить. У нас овергир. Надо бить корни, надо бить дар, надо отходить, надо. Ну, пока люди это поймут, не знаю, сколько троих пройдет. Вроде все эти люди были в 25-ке, я не знаю, в чем проблема. Проблема в том, что вы никого не хотите бить, никого не хотите делать. У пришествия лаги. Штучка считаю одна хер. Давай посмотрим. Нет, одинаковый отхил. Да нет, у них одинаковый отхил. Узнать, из-за чего это. Ну, блядь, это сейчас бегать, полчаса бить трэш с этими тремя древними, это же здесь. Да нет. Бить трэш это как один вайп. Не, надо просто взять сейчас нормально убить. Бить корни. Сказать Фурику. Босса, во-первых, бить не надо, пока у него стаки. Пока вы бьете трэш. Вам нужно смотреть Фурики. Виталий Кун ралли на рейд. Если вы видите, ставят на моба, надо его быстро точечно убить. Бил я. Я это умер от того, что у меня хп закончился. Я даже саму себя не смог захилить. Меня потом в конце корни кинули и все, я сложился. На нем корни были. Пришествие у тебя. Я хуй знает, что делать с вами. Ну вот ты лагаешь, что с тобой делать? Пришествие, ретрик есть? Алло. Пришествие. Давай в ретрика фога в этого вердру. Сейчас просто говори корни бейте и все. Миники корни бейте. Три моба больших одновременно надо слить. А хуй знает почему вы их не одновременно бьете. Как хуй попало, блять. Когда появляется дерево, у него аура на весь инст вешает сало. И вы ничего не можете ни бить миликом, ни кастовать никем. Ни РДД, ни хилом. Чтобы кастовать и бить, нужно встать под гриб. Гриб исчез, под другой бежишь. Все это делается, и боссы, и танки, и хилы все бегут в гриб. Пиздец, ну значит будь холи-пали.
Ну я чё, всего? Да я хуй знает, лучше хиль. И тут дохните как мухи, блядь. Чё, блядь, хуй знает. Давай я запускаю. Когда Рикуну, кстати, когда он умер, у меня было хила 3,5 секунды. Всё, вот. И его ещё ударил этот... какой-то моб на 12к. Не знаю, кто это был. Может быть, это взрыв, так я не уверен. Под грипп и играйте по дереву. Так, дар появился, поставил метку. Все, играем по боссу. Сейчас будет этот, как оставать, она будет сало. Надо будет стопнуть каст. Боссу не надо играть, играть не ничего. Надо. Стоп-каст, стоп-каст. Десептику сбили каст сейчас. На мне корни. Корни бьют где-то по 4к раз в секунду. И человек не может с ними ходить. Стоп-каст. Сразу не вливайтесь, дайте их на игру. Ой, да, вот. Мы уже завели. Вон корни на нашу линке. Стоп-каст. Сейчас будет много мелких мобов. Он появился дар, играем по нему. Их надо будет сливать по одному. Стоп каст. Так, давайте вот этого. Потом вот этого. Надо будет скоро стопить каст вот этого. Стоп каст. Захильте, стойте, не бейте их. Вот следующего поставил. У меня корни. Вот разбейте дар. Дар, а потом играйте вот по этому. Так, сейчас захиливайте мощно. Чешку отдайте. Сейчас еще один хлопнет. Захиливайте, захиливайте. Стоп каст. Стоп каст, стоп каст. Захиливайте, 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 захиливайте. Добиваем теперь. Так. Все, последний остался. О, как нам повезло. Надо ББР-ать полипало, а то не захилим. Не бейте сейчас этих корни. Забьем. Стоп-каст, стоп-каст. Ох, давайте вот поэтому. Дар появляется. Не знаю, сейчас на него поставлю что-нибудь. Все, ладно, залили, отлично. Давайте по этому теперь. Ралли там стоит. Что-то вы не бьете. Да этот. Стоп-каст, стоп-каст. Типа, когда она кастует сало, это 12к, по-моему, там бьет оно, я не уверен точно. И взрываются два вот этих моба, это вайп. Вот. Там даже когда один взрывается, если не фулл хп у рейда, то это вайп. Вот. Смотри, луч солнца не сбивает никто, бьет 12 тысяч по пришествию.
Через 10 сотых секунды взрывной клеточник взрывается тоже на 10 тысяч. Это путешествие. И первая смерть тоже луч солнца. Ребят, найдите меня, пожалуйста, и возьмите за меня Хазарака. О, Хазарак. Он пойдет, да? Да, я вас спросила у него, он сказал, что пойдет. А нестабильная энергия, это вот это вот луч солнца, появляется и из столба света надо выходить. Вот путешествие там стоит спокойно себе и получает 5000 урона. Я мог похилить, если что там, если кто-то там танк зайдет. Не знаю. Накиньте мне сколько-нибудь. У меня нету, это в смысле, аддон сейчас не включен. Animal RL. А у него нету этого. Понятно, ладно, сейчас. Да я накину. Нет, я тоже путешествую. Подбежался бесконечно. Короче, с Хазараком, вот я вот этим хулипалом 6к, и он шаманом хилили рейд, кого же, а, этого, сакрального, точно, во, хилили рейд сакрального, и у нас на двоих был, было, знаешь, 70% хпс где-то, и еще 30% это ДЦ и эрдру, это причем с поглощением, там ДЦ вообще ничего не хилил. Какой? 25 гер. Full рейд. Full рейд такая фигня была. Да. Это такая жесть. А с кем ты был и кем? С Хазараком. Я был хулипалом. Вот этим. Там нубы какие-то на. Это просто по 15к хпс на лайне. У меня и у него. Это вообще жесть. Просто жесть. И эрдру, которого там что-то типа 7к хпс на лайне. 6. И ДЦ, который, да, ДЦ вообще жесть. Клод он писал, может, я не знаю. И поедет. Так, кстати, пошли суманить в любом случае. А, Хазарак тут, кстати. Прикольно. Можно так попробовать. Пошли к камню, все равно самой придется. Так все тут. Ага. Кто это такой? Не зерганем.
Ну что там, выходит кто-то на шуман? Не надо. Мы же взяли ханта. Там кто-то выходит сумонить или нет? Да, это Хазарак, да, сказал? Угу. Неплохо. То есть из тех, кто был в инсте изначально, никто не удосужился ускорить прохождение. Знаешь, такой прекрасный рейд, ты наоборот его замедлить захотел. Чтобы он никогда не заканчивался. Джустикар, это кто? Пал. Давай. Будь, я тебя фокус не звал на вармейн? Звал. Ну чё ты думаешь? Я не пойду. А чё? Зачем? Ну, если ты PvE-шер, в принципе. Не, когда закроют этот сервер, я просто играть перестану и всё. Танки будешь играть? Накинь там антисептику 500. Я знаю тебя. А, я могу на локо зайти, если это как-то поможет. Кто-то потанчит, там Ралли, например. Или Виталий Кум. Ты меня лучше в танк не отправляй, у меня сейчас цены лучше отправляют. Вот этот лузерман у нас сверка тусуется. Зачем? Почему он там сидит постоянно? Он записывает наши разговоры, а потом скидывает их попу. И потом поп, осведомленный о всем, что происходит в нашей гильдии, заходит троллить Олега. Кто такой поп? Кстати, вчера был. Ты так же иди, антисептик. Кирилл, что это за поп? Ну это ГМ. Кого-то там. Это гильдии с Альянса, я не знаю. Пошли сумонить антисептика теперь. Весело. Мне нравится. Сыграю Mortal Kombat 2. Пройду на Сеге лучше. На Сеге лучше. На Сеге играю. На Сеге вот вообще красота. Вообще там классно играть. Самое лучшее. Хан 4.8, прикольно. Конечно, зерканем сейчас. Давай попробуем. Давай я сейчас потанчу. Посмотрим. Кота. Зарак один похилил. Блин, вчера была ульта.
веселее, один кидал. Фокус хиро сыграл. Все было нормально. Кулаков сейчас не будет, так что давай ралли будешь кричать на ап, а не далеко на хп. Нет, пусть он на хп, а я пойду на ап, у него 4 хп. Хорошо. Давайте быстренько бафы. Ой, ты там в этом ДД? В этом, в танке. Давай в ДД. Да? Че, зерги? Да. Еба. Хан, это в РК? Конечно, в РК. Когда напулишь на меня сейчас сразу. Все, все готово. Пойдем. Подожди. Что подожди? Все приняли готовность. Напули меня. Я понял, не буду. Сливайте их массой. Сейчас попытаюсь ее забрать. Урики умерли. Можете попробовать их поднять, там, не знаю. Нет, так мы точно уже не можем зеркали. Ничего не пробовать. Падайте. Сейчас за секунд 5, даже больше, давайте 10. Я не знаю, там был на пол кто-то. Кто не бьет? Ну, не никто, а фурики не бьют, потому что фуриков сорвать проще всего. Дальше. И там, да, дамаг, наверное, ничего не бьет. Давай бери ДД, я на ханта заеду. Да блин, сейчас еще сумму. Кто ушел? Выходите сразу на сумму, один человек. Заходи, хантал. Осилили Фрею. Это гуманоид или великан? Нет, наверное. Нет, дракон. Кстати, на Синдре, если
ставить нежить или если ставить дракона. Это одно и то же, нет? Не знаю, она по-моему как-то может собрать. Надо чекнуть. Блять, Саб-Зиро. Давай. Тут уже все готовы. Так, он Сокс еще сейчас добежит. Так, а что за проблема? Типа, а чего вы ничего с ним можете? Сейчас увидишь. Не знаю, тут уже нормальные люди. Сейчас нормально будет. На 40 зайдет. Забафайте Лока. Сейчас на кого нахуливать. Сейчас. Вроде все готово. Кликните на ап, на хп. Кавкер. Лапку. А, на хп не будет, понятно. Пойдем. Стопните сейчас, дайте я наберу бро. Все, поливайтесь. Сейчас я так еще сделаю. Все играйте по дереву. Стандарт появился, сыграйте подарок. Так, надо было поближе в реке, надо ее завести, потому что иначе херня получится. Слоукаст. Играйте. Далеко не там корни. Дар. Поставил метку. Стоп-каст. Сейчас стойте, не вливайтесь в них сразу. Я их соберу. Чисто мобов. Все, теперь заливайте их одновременно. Там дар вырос, да? Да. Я не знаю, что это лагу не может чаржнуться. Молчу. Точно так же и все остальные этого не сделали. Идем по новой. Так, лучи. Опять дар. Вставил метку. Подарите дар. Топ-каст. Сейчас будет много мелкого говна, надо будет заливать их точечно. Ну там корни. Все, ставлю метку. Ну вы меняете. А, вот нормально. Лид вам снимается. Вот меточка. Стопаните, сейчас он захилит. Он дар появился. Залейте дар. Потом залейте, вот поставил меточку.
за рака там. Вот меточка. Стоп, каст. Вот меточка. Так, что-то не пока просело. Разбейте саркона и корни. Так. О, нам опять повезло. Там Хазараку, наверное, маны надо залить. Я не вижу, что у него там. Вот. Появился дар. Залили дар. Так, после дара играйте вот звездочку. Сейчас умрем. Мы еще живы. Видите из лучей. Давайте вот это. Потом этот. Ну, корни на ком-то. Вон. А, я вот так сейчас иду. Так, стоп, каст. Мелких сначала добейте. Ох, как меня. Да. Давайте массой это все заливайте. Стоп, каст. Дал сакру. Ого, умер. Там есть же друид его БР какой-то. Или нет? Жесть какая. Что-то пофиксили. Стоп, каст. Это давно уже пофиксили, просто. Просто не могут, да? Просто у нас большинство людей. Там скрипти дерево. Да, я его не видел. Блин. Почему она не идет? У меня фридома нет, там пузырак в корнях. Вот, все, подвешился фридом. Я умер. Все, мана нет. Берните этого хазарака. Я долго не проживу. Живи. А все, стаков нету, босса, убивайте меня кто-нибудь. Не падайте сейчас. Именно мана. А, там сейчас хавкер. Все, беги, хавкер. Вот этих мелких не бейте. Вообще, стопайте АОЕ, бейте точечно в босса. Сейчас они все на меня придут. Все нормально. Дар, главное, залейте, поставил метку. Стоп-каст. Слушай, мне кажется, я пока буду хлопу слечь, да? Смотрите, бомбочки нас на конце. Ты макей сделали? Лобычки. Ужас. Ну это хм, считается. Типа стрима живет. Соберем 226 шмот, потом будем убивать. Все. Там реально напряженный бой. Это. Че, я давай на вару обратно схожу. Давай. Там на Мимирона просто этот бота взорвете в ракете. Пожарник чешу. Тресните Виталик, у меня маны нет. Да, конечно. Yeah,
А закажи. Вчера мы сделали десятку. Тут он рядом. Фокус хира, вон. Он потекло вчера в первый раз в льде было. Накинь антисептику. Он ушел. 500 накинь там. Сейчас приму. Собачья баня, это ты? Собачья баня. Это потекла? Хз. Ну, надо... А, она же не слышит, все, я понял. Как так не слышит, ты перетащил? Всем привет! Привет! Здравствуй!
А почему у тебя такой странный ник собачья баня? Это что это такое? Я вижу, что это ты. Как тебя зовут? Мне кажется, она только это слово умеет говорить, потому что вчера в рейде она тоже точно так же сказала, и больше ее не было слышно. Которая всем привет сказала, ты тут? Слышь, человек? Смотри, это... Это запись такая, знаешь? Это запись, скорее всего. Ты неадекватная личность, а ты уже участника дал. Потекла, ты умеешь говорить? Не умеет, она только всем привет умеет записи говорить все. Ну это по факту, мне кажется. Да какая нет. Разница, она ходит в рейды, ну пофиг. ДП за такое, давай. 5000. Это не запись вообще-то. Все тут. Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Пожарника будем, нет? А, я что-то помню, это знакомый голос. Ты будешь ралить? Если заралишь, давай. Нужен для вас, меня зовут Катя, для вас Катенька, понятно? Поделайте кнопки. Понятно, вот меня зовут Слава, ты меня... Чего? Слава, ты понимаешь, что нам Эрдру тогда нужен? Давай спеку. Дру, Фога, Фога, вон спекился. Извини, я почти что... Катя... Вуди, слышишь, что Вуди? Да. Надо помочь? Ну, пока нет. У нас 10 человек. Я понял. Новая, говорит, запись. Катенька. Это, Катенька, а сколько тебе лет? Бой, ты забей. Прилично, давай. Каждый, блин, бабик, который в жизни ходит, кто же начинает. Это фигня все, прилично, неприлично. Пускай. Чё доебался, да, человек? Не, просто, если там, допустим, 15, то это... Надо по-зелёному относиться к людям, там, допустим. Если это человек, который учится в школе еще, то... Чувак, на этом сервере никто не играет моложе 20 там с чем-то. Да, ну значит, чё, еще так играют. И у них просто нет возможности про него узнать. 20, спасибо. Там, кстати, Хазарак вообще не забафанный. Да, я. А, у меня, кстати, еще панелька багнулась. Надо бы релогнуться. Подождите. Катя, а как давно ты в WoW играешь? С какого года? 18 лет. Она со мной аренит. Да? Ну, он посмотрел мне панель. Как твой ареник, Виталий? Мак плюс... Yes. Плюс кто? Не слышу, я хочу, чтобы она со мной аренила. Это нечестно. Не будешь ты аренить. А рейтинг 48? Я еще амнистию себе заберу. Давайте в одну тему. Вон тебе немножко к кнопке подходите, быстрее. Так, фурики. Начинаете бить через 10 секунд. Того, как я наберу агро. Нифига, 10, 5 хватит. Слышь, нет. Если я, короче, умираю сейчас на первой фазе, меня нахуй. Мне надо ошибать. Ты запустил, что ли? Почему бой повесил? Нет еще. Всегда так вывешивается. Смотрите. Танчик водопал, дайте ему нагреть. Милики, РДДшники. Двигаемся за звездочкой, но чуть-чуть рейнджа набираем. Хилет Редру Шам. Смотрите. Дубовую кожу плюс. Прист щитки развешиваешь, когда ничего не делаешь. Плюс потекла сама себе этот мановый щит. Все чек на пул на лету. Милики, смотрите внимательно за минами, потому что они сильно дамажат, не бегите по ним. Все готовы, запускаю. Давай. На, парик. Двигаемся. Я еще не начал агро набивать, вот пошел. Сейчас ждите, еще ждите. Все, можете играть. Вот мины появились. Будете выбегать, смотрите внимательно, чтобы не в мину. Сейчас будет каст. Забираем. Виталик, он молодец. Профессионал. Очень сложно выбежать, согласен. Нет, можно побежал, чтобы на мину.
Стопайте, стопайте, сейчас будет потом второй раз каст, и потом он должен будет все потушить. Так, я что-то далеко ушел, да? Нет. Стопайте, не играйте по боссу. Все, сейчас отбежали. После того, как он скастит, потушит пожар. Сейчас потушит пожар, вот он его тушит и добиваем, все добиваем. Все, не знаю, звездочку, вот сюда. Жались, идите где у стенки. Быстрей, быстрей. Перебежали. Потекла, сейчас умрешь. Последний. Все рали вместе по месту. Там на ап крикните, нету на ап. Сейчас вторую кинет и пойдем в центр, но не в самый центр, а рядом встанем. Я на джинджер снимусь. Там ралли вылетел, да? Да-да-да, на месте бегаю. Все, подбежали, но не в самый центр, а ждем где-нибудь вот здесь вот, возле звездочки. Что-то вы рассосались, сейчас зальем всю комнату. А ралли заходит? Я надеюсь. Бомбу кинул. Отойдите, отходите от синей бомбы, все к звездочке, ведите в другой конец комнаты. Бегите дальше, еще дальше. Приступ придет сейчас. Не смог, блин, достало. Скоро надо будет... Так, вот красная метка, выйдите из нее. Сейчас будет обстрел. Все подбегайте под босса все. Сейчас надо будет за спину ему забежать. Приготовьтесь. Все, забегайте за спину. Зарок, беги. Все, отлично. Перебегаем, перебегаем. Так, удал. Так, потекла, умерла. Потекла, да? Надо, наверное, поднимать. Еще Берни. Обязательно. Не, главное, чтобы еще и амнистия тоже. Так, сейчас все РДДшки играйте по голове, она сейчас начнет появляться. Вот, появилась. Давайте все, знаете, куда встанем? Вот, где звездочка сейчас, вот с этой стороны, чтобы все уже лилось. Дойдите к звездочке. В том конце комнаты будем бить на последней фазе. Забафайте, потекла, пристабав. Лапа есть. Играйте по этому. Вот смотрите, появляются боты, emergency, ну я не знаю, как там по-русски, короче, пожарные. Их не бить, не бейте их. Бейте вот этого, вот, на которого я меточку поставил. Это меликом. РДДшки играйте по голове. РДДшки по голове, мелики заливают вот этих вот. Не какая-то херня. Пожарных только не убивайте, они тушат этот огонь. Так, перебегаем. Блин, это херня. Фридом он не снимается. Ждем. Сейчас он соберется. Когда соберется, сразу дашь рост. И тут вся суть в том, чтобы слить одновременно три части тела. Так, все, вот он идет. Давай рост. Все встаньте под босса. Сейчас я его подведу чуть-чуть. Вот. Встаньте под босса. Блин, подойди еще поближе. Там была бомба, да? Только на мины не набегайте, осторожно. Играйте больше по голове и по груди. Больше по груди. Милики тоже могут по ним бить. Так, отвожу. Больше по голове. В голове больше. Так, надо за спину всем забежать. По голове играйте. Быстрее по голове. Сильнее играйте. Плотно. Что-то совсем потно. Блин.
не успел разобрать. Эх. Че, Катенька, нравится тебе такие рейды у нас? Да? Прекрасно, да? О, ша, это, дайте в натуре мне вот эти очки, я буду модный. Тебе инженер может сделать такие? Не-не, я хочу такие сет надевать на кота. Они розовые, то есть оранжевые. Оранжевые. Под цвет моего настроения. Смотри, разрушенная галерея. Бык страшный теперь. С очками. Ё-моё. Чёрный лучше. Чёрный бумер, чёрный бумер. На кого вообще идти? Галерея. Катенька, хочешь по арене с арм? Чё ты её ты не это пристал-то? Ого, это клин, жесть. Они вот эти вот, видишь, две вот эти вот, прист, да, и маг, это мои вот эти вот. Да. Стойте сейчас, дайте грозу. Я там пошёл. Где народ? Почему их бьет два человека? Он переписывается в чат. Это, конечно, весело. Может, мы пройдем инсту, потом переписываться. Виталий Кум, Птиклан, Мистей. Да-да-да, куда мы потуемся? Я даже не знаю, это, наверное, первый раз в Ульдуаре. Да. Я тоже. Ну не знаю, потыкай там что-нибудь. Рушившейся галереи идти, потом налево. Обвалившаяся, да,